Всем еще раз привет. Меня зовут Ирина Киргей. Ну, как бы я не скажу, что я новичок в выступлениях, да, но я хочу отточить это свое мастерство, еще в кавычках, да. С Константином мы познакомились недавно, я была у него на одном из тренингов. Меня это очень вдохновило. Дико не люблю, стесняюсь, комплексую выступать и как бы пытаюсь себя с помощью вот таких вот мероприятий как бы вывести, как бы отработать это, да. Вообще я по образованию маркетолог и последние лет 12 работаю маркетологом и последние лет 6 активно работаю в сфере SMM. У нас с мужем совместный бизнес, у нас SMM-агентство. И у нас как бы есть сейчас две цели. Во-первых, это личная цель, это развитие роста, да? И вторая цель, это уже более рабочая, так как мне приходится очень часто выступать, проводить какие-то тренинги, мастер-классы, и это должно быть качественно и интересно. Вот. Это что касаемо цели моего присутствия. Из интересных фактов о себе могу сказать, ну, уже договорю, да? Я очень люблю путешествовать. Как бы мы с семьей ежегодно планируем там месяц отпуска где-то в других странах, но при этом безумно боюсь летать. Вот. Да, ну, стараюсь бороться. Опять же, вот тоже выхожу из зоны комфорта, чтобы это делать.